Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». «Золотая черепаха». Днем и ночью мы сияем для вас. 10 ноября – день пассивный со сбалансированной энергетикой. Центр напряжения – мистицизм, центр гармонии – организованность. Овны. Предстоит непростая работа. Делайте ее с полной самоотдачей. Возможен рост и постижение секретов мастерства с переходом на качественно иной уровень. Тельцы. Противоречивый период. Все процессы будут протекать у вас на грани фола. Ситуация схожа с крутым спуском, когда остановиться уже нельзя, а ускоряться, увы, не получится. Близнецы. Период налаживания контактов и повышения коммуникабельности. Большее общение, но проявляйте при этом покладистый характер, терпимость и позитивные качества. Раки. Интересный денек уготован вам звездами. Жизнь будет помогать избавляться от всего лишнего, зато то, что останется, будет путеводной нитью и залогом будущих успехов. Львы. В личной сфере сложный период. Для успешного развития потребуются активные усилия, системный подход и передовой опыт. Избегайте рискованных начинаний. Девы. Иногда чем хуже, тем лучше. День может протекать именно по такому сценарию. Трудности подчас не только закаляют, но и раскрывают новые грани наших способностей. Весы. Пользуйтесь благоприятными условиями для финансового роста. Период этот близок к завершению. Дальше предстоит опираться на заложенный сейчас фундамент и основы. Скорпионы. Все по законам звездного жанра. Сегодня у вас могут обостриться застарелые проблемы. Их необходимо решать, чтобы они не перешли в разряд хронических. Стрельцы. День хорош для проведения ритуалов, создания амулетов на здоровье и процветание. Храм и молитвы полезны всегда, а сегодня весьма благотворны и очень желательны. Козероги. Будьте максимально активны. Созидайте, развивайтесь, совершенствуйтесь. Особенно успешными обещают быть дела в области партнерства, сотрудничества и в искусстве. Водолеи. День обещает быть насыщенным разного рода препятствиями. Процесс этот продлится пару дней, а вот последствия могут будоражить вашу жизнь еще довольно долго. Рыбы. Под занавес периода спокойствия и равновесия вам представляется возможность извлечь из этого немало пользы. Раскрывайте ваши дремлющие таланты и способности.